Так, у нас установить контакт. Проверка деятельности, создание вам поста. Проверка инвентаризации судна. Грузовой трюм. Осколочная, все это вот. Это все есть, да? Но вот это не можем. Осколочные гранаты заберем, медпаки. Так, что здесь? Бинты. Вольфрам, берилис, венец. Это можно продать, да? Окей. Так, что там получается? Поговорить с Ноэлем, барменом в видовом окне. А это вообще где? Вот это вот. Это все здесь? Это все здесь еще. Или все-таки на миссию? Нет, все-таки давайте на миссию. Деятельность. Ну-ка, подожди, нет, назад. Установим контакт. Так, сиденье. Грубую работу выполним. Еще одна идеальная посадка. 10 из 10. Заброшенный мисс-игминат, построенный на окраине населенных систем. Интересно, что здесь произошло? Здесь какой-то беспорядок. Турель была. Нулевой привод. Космический шлем для глубокой добычи. Okay, ну вот, пора продавать свой хлам. Железо у нас. Сара. Есть кто дома? Заброшенный мискомбинат, ага. Да-да-да, сейчас. Баллоны я вижу. Здесь недавно кто-то побывал, оставил все на своих местах. Но, крайней мере, мы знаем, что это был не багровый флот. Но кровь и он есть, имеется. Слушай. Так, топорик. О, кассета. Антикварная кассета VHS. 2000 с... Там какой? 200 с лишним. Файл. О, футляр для патронов. Хорошо. Залутали, конечно же. Давайте посмотрим по оружию. Вообще, что у нас есть? Вот это бы, да, наверное, поставим на первое. Это поставим на второе. Краки на третье. Ножик четвертое. Наверное,
Наверное, лучше четвертый поставить топор. Это фреза. Добывать. А может это вот этот лучше? Что кракен здесь? Здесь вот это получше будет. Так, а что у нас здесь по помощи? Так, скорость передвижения на 2. Восстановление урона. Здоровье. Восстановление ОЗ. Так, жизни. Восстановление здоровья. Медпак. Его поставим, наверное, все-таки. Ну, а он на нуле? Медпак. То есть избранное все равно поставлено. Бинты. Бинты, конечно же, нужно. Малайзер. Лечение конечности. Травмы разные. О, кусочки цыплят в упаковке. Нифига себе, вот это кусочек. 200 грамм, наверное, или сколько? Вес. 100 грамм. Ну, не 10 же грамм. Или 20 грамм. Вроде бы как... Ну, это один оранжевый. Апельсин. Что-то захотелось. И персик захотелось. Вы посмотрите, какой сочный персик. Вкусно. Прям нектарином запахло. Вообще кайф. По нулям. Вот автомат. Так, а что здесь у нас? Данные какие-то есть. С момента начала аграрной революции 10 тысяч с лишним лет назад человечество пыталось ускорить процесс выращивания пищи и ее доставки на тарелки. Но это всегда происходило за счет снижения качества и привело к появлению таких ужасных методов, как промышленное земледелие, которое приводит к сокращению затрат и в конечном итоге получению худшего продукта. И мы все с этим смирились. Мы живем в сублимированную эпоху. Но это не так. Компания Tao Gourmet намерена изменить эту ситуацию. Мы сделаем свежие продукты дешевыми и доступными повсеместно. Мы позволим нашему скоту и сельскохозяйственным культурам расти так шикарно. Мы стоим перед незаконченным шедевром. Военные УСИ пришли поставить невероятную технику, которую потом почти не использовали, и оставить ее гнить здесь, как только закончилась война. Теперь, 20 лет спустя, мы здесь перед вами открываем невероятные возможности. Обновление этого места потребует серьезной работы. Мы все будем выполнять двойную, тройную, четверную работу. Поэтому, если вы переживаете трудный момент, посмотрите, что все остальные, вероятно, тоже. Это также означает, что если вы находитесь в ситуации, когда можете облегчить чью-то ношу, пожалуйста, сделайте это. Не менее важно запланировать перерывы. Они закладываются в рабочую нагрузку. Поэтому, если у вас есть час, день, неделя перерыва, лучше сесть и отдышаться. Полюбуйтесь пейзажем. Подумайте о чем-то, что не связано с работой. Если у вас длинный перерыв, вернитесь в новую Атлантиду и выпустите пар. Хорошие идеи приходят из неожиданных мест. И для того, чтобы переделать работу с пищей населенных системах, потребуется много хороших идей. Также крайне важно, что обучение выживанию не является факультативным. На этой планете только есть мы. И хотя в UC знаем, что мы здесь, как каждый из нас должен знать, что как выжить в одиночку, если получится, немыслимое. И наконец, если у вас возникла какая-то проблема, обратитесь к сопутствующим владельцу территории. Если вам и владелец территории не может прийти к соглашению, не стесняйтесь обращаться ко мне. Кёте. Так, Кёте. Общее введение, выбор культур животноводства. Ян, проектирование внедрения систем. Ага. Мария, восстановление объектов, оборонный монтаж. Обслуживание объектов, обслуживание автоматики. Наверное, это как раз погибла она. Андрей, выращивание сельскохозяйственных культур. Ламберт, сохранить вам жизнь. Связано обучение выживанию. Список дел. И да, мы планируем переделать пищу. Какой мы ее знаем. Но при этом мы всем живем в тесном помещении, большое расстояние друг от друга.
А это значит, что ваших родителей здесь нет, чтобы выбирать за вами. У вас есть чередующие обязанности выполнить и без спроса. Прачечное, сжигание мусора, компостирование. Ага, понятно. Ну, пять человек. Пять человек. О, верстак. О, автомат. Заберем. Фармацевтика. Типа делать, да? По фармацевтике делать. Так, медпак. Патрончики, понятно. Топоры. Что здесь? О! Что-то здесь у нас... А, вот здесь стрелялка была, да? Ну-ка, открыть. О! Пивасики. И кредитики, да? 170 кредитов, нормально. Дорогая, отойди, пожалуйста. Ну что ты задницей идешь? Развернись хотя бы. А, кстати... А, мне показалось. Показалось. Так. Это что у нас? Ничего. А, наверх? Что это? О, наверху можно. Пойдем, сходим. Наверху. Ой, кто-то погиб. Что-то в руках? Вкусняшка. Да, я полагаю, это уже не понадобится ему. Так, понятно здесь. Станция приготовления пищи. О, нифига себе. Мясо. То есть мы можем приготовить. Справа отображается, что нам требуется, да, то есть по одному. Но у нас нету. Нету некоторых вещей. Там дистиллированная вода, нужно что-то еще добавить. Кстати, о дистиллированной воде. Вот она. Так, здесь. Ну-ка посмотрим. Что там было с дистиллированной водой? Ну-ка. Вот. Чужой чай. Восстанавливает... Так, прирост КП за 15 минут по 1%. Давайте скрафтим. Подтвердить. Сделаем один хотя бы. Один опыт? Ну ладно. Набор для красного вина. Заповедник. Пивасик. Шанс убеждения. Так, КП восстановление. А здесь комната. Личная. Кровать, сон. Кафедра. Так, водочка, да? Я здесь вижу. Можно присесть. Картридж. Не знаю. Может продать. Кэри из космоса. Так, давайте, наверное, пойдем вниз, если здесь ловить нечего нам. Это что там кричит такое? Здесь разрушенный корабль.
Для меня удары сильнее, чем я думал, либо у нас невероятное время. О, независимо от этого, я думаю, оно узнает, что ты здесь. Я топру дверь, второй этаж, главное здание. Будь аккуратен. Не знаю, кто это, но у меня такое чувство, что она преследует наши интересы. Мы должны приступить так, как она предлагает. Согласен. Угу. Ну, крови здесь забей. Дверь закрыть. Ну так что у нас? Слишком чистый, чтобы быть одним из поселенцев или пират. Может быть, вести их в патруле? Вы бы сделали мой день, если бы сказали, что вы шок-десантник. Высший. Ага. Так, вообще-то меня прислал авангард. Хотя они упомянули, насколько все плохо. Авангард, да? Думаю, да, что нет. Я Адриана. Я был исследователем в Калифорнийском университете. Я пришла сюда по слухам. Полагаю, вы видели результаты, когда шли сюда. Что осталось от поселенцев? Работа Окосис машина, Терраморф. Один из самых мерзких инопланетян, который когда-либо сталкивался с человечеством. А этот, ну, кто-то там вроде бы аномалии, возможно, вызывающий беспокойство. Не могу поверить, что Терраморф нанес такой ущерб. То есть я слышал историю, но увидеть разрушение воочию... Терраморф, что это? Кроме как безжалостная машина для убийств. Ага. Среди хищников они являются вершиной. Они выносливы, проворны, умны. И в умственной способности возрастом только увеличиваются их способности. Некоторые из них могут даже доминировать над разумом более слабых видов, удерживая их в качестве домашних животных, скота или игрушек. Это существо, не имеющее себе равных. Как чужой. О какой аномалии идет речь? Терраморф имеет уникальный цикл роста. Обычно они встречаются только на мирах, давно колонизированных человечеством. Но Тао Цети слишком молода, чтобы иметь такой корабль. И все же, вот он. Я пришла в поиски объяснений и нашла все это. Подожди, значит, все поселенцы мертвы? Я успел осмотреть большую часть объекта, прежде чем нашли меня. Если там остались выжившие после нападения, то они уже давно ушли. Так. Тогда, похоже, вам не помешает моя помощь. Конечно, могу. Только что для подтверждения моих подозрений относительно этого существа. Мне нужен образец его ткани. А чтобы его улучшить, мне нужен его труп. Ну да. Есть способ, с помощью которого мы можем дать тебе преимущество перед этой штукой. Система безопасности завода. Терминал администратора находится здесь, в этом здании, но ему нужно сбросить соединение. И, как я выяснила, это не работа одного человека. Но если вы сможете добраться до охраны заставы и восстановить связь, я думаю, что смогу вернуть все связь и посмотреть, что не оставили ли там поселенец и еще какие-то инструменты. Ага. И я нашел сюда, чтобы помочь поселенцев, а не играть в жевательную игрушку. А что вы можете сказать о системе безопасности? Поселение в свое время оснастили большинство зданий башенками. Не знаю, сколько они еще функционируют, но, по крайней мере, несколько их были в боевом состоянии. Кроме того, по объекту было разбросано несколько датчиков, которые не узнаю.
Ага, но все же, честно говоря, лишь предложение, пока мы не установим соединение. А где заставу найти, где... Угу. Это здание в центре космоса, комплекса. Терминал в нем должен позволить вам представить доступ. После этого можно будет заняться восстановлением. Давай, восстановим. Хорошо. Как только я увижу соединение восстановленное, я начну работу на своей стороне. Береги себя. Окей. И убедись, что вы оставили достаточно этой штуки шансов, что не на выживание. Существует огромная разница между тем, чтобы быть подготовленным, и тем взять с собой что-то. Ты давай не это, не буксуй. Ты идешь со мной? Девочку надо поберечь. А это что сверху? Ящик. Замок слишком сложный. Эксперт. Нифига себе вы. С заметками. Полка. Ничего такого вкусного, да? Кредитики. Проектор. А, проектор взять, я думал что-нибудь подействовать. Поработать с ним. Но нет, да? Завода. Итак, наш герой шагает по зданию. Непонятно какому. Что здесь, силовой включатель? Ошибки системы отключения. А я не собирался отключать. Алканы. Токсин может понадобиться нам. Так, здесь закрыто доступ. Так, это клетка была. Коконы, мусор.
Подожди, там что, тело? Вкусняк, что сколько. Через верх пройти. Состояние подключения системы безопасности. Сброс подключения безопасности. Отлично. Автоматизируем системы защиты. Так. Система отслеживания. Журналы. Сегодня завезли оборудование, дополнительный материал для системы слежения за скотом, который готовит Йен. Ночью на хребте вышла пару хищников. Мария была на ногах, она сделала пару выстрелов и отогнала их. Эти турели еще не скоро появятся. Наконец-то появились турели. Когда они будут установлены, никому не придется нести его в ночную вахту. Наша жизнь скоро станет намного лучше. Потребовалось несколько дней работы на лестницах. Турели, но турели подключены и готовы к работе. До свидания, ночная смена. Возможно, я поторопился вчера вечером, включил все в первый раз, перегорела сеть. Сегодня начну переделывать проводку. Хорошо, еще несколько тестов системы, я думаю, что мы наконец готовы к прайтайму. Вся автоматика, которую они пытаются встроить на это место, потребует гораздо больше энергии, чем мы изначально планировали. Сегодня завезли несколько технических материалов, и что еще более радостно, корма. Наконец-то мы получаем скоропортящие продукты. Похоже, это действие поможет произойти. Соединение восстановлено, сделаем это быстро. Турели. Планта получила удар, но я должен в состоянии обеспечить нам пару выстрелов и защиты. Просто заставить эту штуку расследовать вас с переулка между зданиями. Здравствуй, жаль, что я не нашла это раньше. Эти датчики вокруг объекта — это часть систем слежения за скотом. Это позволит нам следить за тем, насколько близко подходит Террамор. Но это не подключено к этой сети. В соседней комнате может быть терминал. Настройте его на 183.5. Угу. Что здесь у нас? Футляр для патронов. Ну-ка. Кучер. И патроны. Дробовик, то есть. This is дробовик. Мы... Так. Это что у нас? Спейтракер, упаковка. Поселенец. Руководство для сотрудника компании Чункс. Система слежения по голове скота. Таугурман. Пожалуйста, выберите вариант. Так, включи систему. Настройка частоты. Частотный тюнер. Так, ну цель одна, вот. Цель обнаружена. Подключение воспроизведения пользователю.
строительного журнала. Хорошо, я думаю, наконец-то готов привести реальные испытания. Однако частота должна быть откалиброванная в соответствии с размером запаса, поэтому нам нужно провести некоторые общие измерения существ, когда они появляются. И если это сработает, то можем означать новую эру земледелия, которая на открытых пастбищах. Мы сможем работать без заборов. Настоящий свободный выгул. Мы заработаем столько чертовых денег. Наконец-то я снова слышу. Так что, думаю, можно приступать ко второму испытанию. Возможно, наши первоначальные надежды на дальнейшее и на дальности расстояния были немного амбициозными. Но мы, по крайней мере, заложили основу, включая систему. Сигнал передается прямо на вашу персональную рацию, сообщая вам местоположение ближайших животных. Следует, что нам предстоит сделать, это увеличить количество животных, которые мы можем отслеживать одновременно, и расстояние, на котором мы можем их отслеживать. Треки читают зеленый свет. И что это за звук? Действует блокировка системы безопасности. Дерьмо, стоп, останови. Что бы ты ни делал, укройся, оно движется. Ого. Послушай, я бы не стал вступать в прямые переговоры. Полосы поражения, и они нужны питание. Каждое из зданий есть выключатели, которые можно бросить. Как только они окажутся в сети, введите тараморф в сторону огней и смотрите фейерверк. Дайте им волю. Ого, вот это да. А вот это уже интересно, да, ребят? Уходим, уходим. Вон он находит. Чудовище. Давай, заходи. Не спи. А как нам?
Так, здесь готово. Так. Обойти туда. Сходить. Пойдем, пойдем, пойдем быстрее. Так, это питание, как понимаю. Требуется дополнительное питание. Где он там ходит? Может быть, сейчас звездюлей как раз получит, если он рядом. Далеко. Великий, значит, где-то далеко. Ну, вы трекеры, слышите? Постойте, вы слышали это? Во-во! Он долбит, долбит, долбит. Стой, куда ты спрыгнула, хорошая моя? Во-во-во, рубит, рубит, рубит. Пошли, 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 пошли. Сюда, 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 сюда. Это чудо, что могли уничтожить эту штуку. По крайней мере, мы отомстили за смерть в колонии.
Какая громкая музона, а? Надо будет убавить эту музону. Орёт. Образец, генетический материал, седативные средства, нутриент. Сара Морган понравилось. Что? Понравилось, что ей не понравилось? Опа, валяется тело. А вот это вот. Извините меня. Успокойся. Ну чё, убили эту тварь. Трекер замолчала. Я подозреваю, что он либо прячется, либо... Подожди, ты ведь сделал это, да? Не так ли? Небеса над головой. Ты только что уложил тераморфа. Да, всё улажено. О да, позаботились, ничего особенного. Вы случайно не захватили для меня образец ткани? А действительно можно узнать что-то из маленького образца? Многое из жизни записывается в наших клетках. Например, если клетки этого тераморфа подверглись определенному рационному или химическому воздействию, это может указывать на то, что он был перевезен на корабле. Тогда мы сможем получить ответы на вопросы об этой штуке. Ну как, удалось найти? Да, все есть. Вот, пожалуйста. Хорошо, я заметил внизу микроскоп. Посмотри, сможешь ли мы докопаться до сути? Давайте посмотрим. А я не знал. А я и не знал. Здесь такие штуки. Вкусняшки и прибалуки. Я и не знал, а ты мне не сказала. Как-то так меня граната не дала. О, нифига себе, вот это вот, да, микроскопище. Старая модель, посмотрим, что можно сделать. Запуск базовой диагностики, ничего. Может быть, сканирование флага? Нет. Спектрограф? Нет. 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 Это оборудование не приспособлено для проведения надлежащего анализа нашего образца, но то, что этот термоф находится здесь, но нигде, не имеет смысла. В своих путешествиях по звездам человечество распространило множество существ, домашних животных, скот, вредителей. Но тераморфы, а не другие. Насколько нам известно, никто никогда не распространялся их специально, тем не менее, они каким-то образом следуют за нами. Поэтому, когда люди исцеляют мир, спустя 70-100 лет, тераморфы обычно просто появляются, но никто не знает, как и почему. Опасно, но, по крайней мере, предсказуемо. Тау Цети, одна, слишком молода, чтобы иметь коренное население. Она была колонизирована всего 20 лет назад? И тогда другой вариант. Кто-то захватил одного из самых смертоносных хищников в галактике, только для того, чтобы уничтожить поселенцев, занимающихся своими делами? Это кажется ужасно неправдоподобным. Это значит, что мы имеем дело либо с действительно странным убийством, либо с более быстрым типом роста тераморфа, результаты которого могут быть катастрофическими. Вспышки тераморф уничтожали гораздо более крупные колонии, чем это. А тераморфы уничтожали другие колонии?
Да, однажды они даже уничтожат целый город. Место под названием Лондинион пришлось закрыть на карантин из-за массовой вспышки заболеваний во время войны колонии. И это единственная известная потеря такого масштаба, но она является причиной того, что любым изменением в наши отношения может быть что угодно. Так. Это кажется большим скачком, если исходить из этого образца. Вы правы, у нас недостаточная информация. В свое время у меня был доступ к одному из лучших галактических хранилищ исследований по терраморфу. Кажется, единственное место для начала поисков, если могу понять, как получить к нему доступ. Но нам также необходимо провести надлежащий анализ этого образца, получить подтверждение того, насколько мы должны быть обеспокоены. К счастью, я, кажется, знаю человека, который поможет с образцом. Что вы скажете о том, что передать это для меня? Я бы сделал это сам, но мне нужно обратиться за помощью. Может быть, я смогу получить доступ к данным терраморфе? Кроме того, можно просто заглянуть в больницу на некоторое время. Если нужно, сначала уточните это у своего командира. Вы можете даже показать это им. Моя генетическая метка. Скажите им, что Андриан Санон беспокоится, что на горизонте могут появиться новые нападения. А они должны знать это имя. Так, уверен, это возможно. У меня много дел. Зачем моему командиру знать, что вы тоже служите в армии? Не беспокойтесь, я прослежу. Вы не понимаете, какая тяжесть свалилась с моих плеч. Мне нужно, чтобы доктор Персиваль Волкер подготовил анализ образца этой штуки. Полная работа. Он поймет, что это значит. Я не знаю точно, но где ее искать, но насколько я слышал, он заключил контракт с управлением торговли на Марсе. В Сидонии есть место под названием Шестой Круг. Бар. И вот, это не совсем вознаграждение, но вы его заслужили. По крайней мере, это должно покрыть расходы на топливо до Марса. А теперь, пожалуйста, сходите на прием к своему командиру. Нам нужно знать, о чем вы имеете дело. Ага, 1800. Спасибо тебе. Спасибо большое. Ты моя хорошая. Не, мне понравилось. Вообще кайфово. Позанимались здесь, покайфовали, полазили. Пошли. Надо отсюда дергать. Ну прям мы отфигачили, да? Постреляли. А, наверх. Пошли. Реально иногда не хватает этого кислого. Смотрите, кто вернулся. Все готово к испытательному сроку? Мы можем привести инструктаж официально принять вас, когда вы будете готовы. То есть я уже готов, ты что? Так, мне нужно разрешение на доставку на Марс образца ткани терморфа. Что? Какого вы ушли с образца ткани терраморфа, занимаясь ремонтом коммуникаций? Что случилось с полиэтиленцами? Все пошло не так, как было заявлено. В живых остался только один научный сотрудник, который дал мне образец и генетику. Генетическая метка? Дай-ка взглянуть. Санон, знаю это имя. Позвольте мне проверить базу данных. Другие из этих данных были засекречены. Вот так, послужной список. Ух ты, многовато похвал. Похоже, она служила с отличием. Как
с руководителя отдела ксенооружия UC. В конце войны с колонией представил перед трибуналом и был уволен со службы. Похоже, именно там я слышал это имя раньше. Именно она бывшая ксеноармия. Что ж, по крайней мере, мы можем быть уверены, что она знает свою инопланетян. Значит, это действительно может быть срочное задание. Не похоже, что это человек, который сможет работать. А что такое ксенофарфара? Это преддверие войны колонии Си запустил программу с единственной целью. Найти самых смертоносных и страшных инопланетян в галактике. И пусть они сражаются на стороне UC, сам я никогда не видел ни одного из развертываний, но программа явно была настолько успешной. В этот момент, полагаю, трибунал решил освободить Сэннон. Ага, там был текст недоозвучен, не переведен, видать. И... что якобы там какой-то определенный год был и практики работы. А мы можем помогать этой женщине? Заметки говорят, что Сэннон уже понесла наказание своих действий во время войны. Увольнение из-за вооруженных сил окей. И то, что она сначала отправила тебя ко мне, заставила, учитывая историю обращения UC, вероятно, было не самым простым решением. Значит, должно быть довольно важный образец. Значит, это может быть срочное задание. Это, конечно, так кажется. Ваша выжившая Адриана упоминала, что она считает образец самым особенным. Она не уверена, что это значит, но она хотела, чтобы доктор Уокер на Марсе проанализировал его и подтвердил. Так. Она боится, что могут произойти новые нападения, подобно тому, который уничтожил жителей Тао-Цети. Она думает, их может быть больше? Это, быть может, самый удивительный дебрифинг, который я когда-бы вел. На самом деле у меня была запланирована еще одна миссия — поддержка системы безопасности UC. Но теперь, полагаю, у тебя два варианта действия — отразиться в UC, Village и помочь CDF и доставить образец. Я позабочусь о том, чтобы у вас было сопутствующие детали. Считайте, что у вас новое официальное распоряжение. И здесь, чтобы вы знали, что вы работаете авангардом, добро пожаловать на флот. Авангард также есть несколько модификаций корабля, вы получите доступ к ним в следующий раз. Теперь, если больше ничего не было, я полагаю, вам можете быть свободны. Офигеть. Это приятненько. Мы первые выполнили задание. Так, физическое. У нас было, да, мы здесь что-то делали. Рассеивание энергии и оружия. Урон от энергии снижен на 5. Сопротивление повреждения, боевое. Меньше урона от падений. Эффективная еда. Снижен урон. Физический, да? Так, социальные. Мне интересуют еще социальные. Так, преуспеть в речевых задачах, торговля, вы можете создавать специальные блюда и напитки, а также изучать дополнительные рецепты исследовательской лаборатории. Есть шанс дополнительный кредит на поиски контейнеров. Разблокировать возможность подбирать цели, да? Кража, обман, дипломатия. Заблокировано. Социальных, мне надо две точки еще сделать, чтобы разблокировать. Чтобы разблокировать, продвинуть социальные навыки. Интересно. Запугивание. Изоляция. Угу. Боевых действий. Переговоры. Интересно очень. Ксеносоциология. Ага. Внушение. Блин, мне вот эти интересны социальные. Лазеры, дуэльные. Это все оружие. Наука, аэродинамика, астродинамика, аэро. Геология, медицина. Вот медицина тоже интересная. Медицина вот это вылечить, разблокировать, да? Скафандры, техника, что здесь? Урон баллистическое оружие увеличен на 10.
усовершенствованные замки. Ага, система управления целеуказателем. Это компьютером все. Социальное меня интересует. Еда, и давайте, наверное, разблокируем вот это. Дополнительные кредиты. Вероятность, дополнительные патроны. Медпакеты, химикаты. Вот это вот надо. Надо делать. Нашивки прикольные. Очень классные нашивки. Очень. Прям вот это мне нравится. Это что-то есть такое. Прям интерес в этом моменте. Ну все, мы свободны. У нас есть задания другие. И мы с вами решим, что да как, уже вместе с вами в следующей серии. Поддержите лайком, комментарием, как вам вообще интересно, неинтересно. Также обозначьте, наверное, выбор того, что как вам интересно. 30 минут, 40 минут, час 20. То есть долгие вот эти истории, либо вообще по истории рассказывать, например, в течение там часа 20, две истории, одна, например, что-то еще такое. Вот, ну, игра классная, очень классная, и спасибо, что вы смотрите. Мне прям, то есть если вы будете смотреть, я буду делать. Просто если не будет, ну, интереса, я, наверное, и закончу с данной игрой и не буду показывать ее. И буду как-то сам проходить. Ну что, ребята, давайте на этом остановимся. Так, и в следующей серии мы увидимся вместе с вами. Хорошего настроения, всем ребятам. Всем спасибо.